Одесситы все меньше болеют ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 17,5%. Чуть больше половины случаев приходится на взрослое население. По данным лаборатории, количество пациентов с ОРВИ и гриппом соответствует сезонному уровню. Эксперты отмечают, в регионе инфицирование респираторными заболеваниями находится значительно ниже эпидемиологического порога. Сейчас в Одессе зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Из них 5903 жителя города продолжают болеть. Учитывая то, что сейчас мы приближаемся к ожидаемой вспышке заболеваемости гриппом, то, безусловно, всем нужно прививаться от гриппа. Вот. С другой стороны, коронавирусная инфекция, она никуда не уходит, и она становится немножко другой. Согласно данным зарубежным, увеличится количество тяжелых случаев, увеличится количество случаев, в том числе среди людей более молодого возраста. И поэтому вакцинация населения, прежде всего трудоспособного населения нашей страны, а также тех категорий граждан, которые относятся к группам повышенного риска. О количестве больных гриппом ранее сообщали в Минздраве Украины. В конце декабря прошлого года ОРВИ болели в 2,5 раза больше людей, чем ковидом. Тогда количество пациентов превышало 170 тысяч украинцев, а инфицированных коронавирусом было около 70 тысяч человек.